русской земле. И в знак признательности примите эти цветы. Спасибо. Впечатление, что половину ты уже убрал? На выпал достаточно. 40 урожайности. А если к уровню прошлого года сравнивать? Один к одному сейчас. А какая урожайность рапса в этом году? 31-32. Ну это хорошая рентабельность. Хорошая, это плюс и 3% к уровню прошлого года, рентабельность, мы же белком обеспечен. У меня животноводство же одно из больших. Но рентабельная культура. Абсолютно рентабельная культура. Владимир Владимирович, при каком центнере у нас рентабельность? Рентабельность у нас идет под 13%. Точно? Да. Значит, мы твердо убеждены, что рапс мы будем возделывать. Эта культура во всех отношениях нужна. Пищевая, кормовая и денежная. Да, абсолютно. Что с нашей партийной культурой, так называемым озимым ячменем по Брестской области? Какое впечатление, как мы будем дальше действовать? Значит, мы в любом случае, мы уже третий год будем добавлять. Прошлый год был вообще великолепным. Мы 21 тысячу добавили. Там 14 получили 21 тысячу. В прошлом году гектаров у нас мы убирали. В этом году мы убираем 21. И в прошлом было 18, и урожайность была у нас 54. Сегодня чуть-чуть пониже в этом году, я тогда докладывал. Вот. Но все равно средняя урожайность выше, чем... Однозначно, то можно об этом говорить. Возделывать мы культуру эту будем. Да, мы снова добавляем порядка 3500, в зависимости от нашей структуры, и мы ее дальше будем продолжать. Но грамотно. Но чувствует область вот это расстояние между... ранней уборкой и общей уборкой зерновых. Или в Брестской области. Вы знаете, что вот из года в год тут не так я много долго. Чем раньше мы все равно вот в этом году отсеемся. Да? Я буду видеть опять-таки, как и в прошлом году, какой-то задел и по урожайности, и по всему. Ранняя уборка, ранняя погода. Но мы сосредоточили за два последних года сильнейшую материально-техническую базу. Тут уже докладывать, наверное, не стоит, но в этом году 190 новых только комбайнов. Вы мне давали поручение 100, мы заработали денег, мы обновились. И в прошлом году я еще докупил 120. Но лишнего ничего? Ничего не, товарищ президент. Мне пришлось десятки списывать, которым уже за 15 лет, там, 14-15, ну, и восстанавливали мы часть. Бережно, тут вопросов нет абсолютно. Поэтому я сегодня, дай бог, чуть-чуть погоды, видите, уровень даже, я могу в день убирать как минимум 6%. Что у тебя особенное? Мы. Рапса будет больше в этом году? Рапса будет больше. Рапса будет больше на 50 тысяч. Мы видим, что сегодня урожайность 26,4 идет, 722. Еще у нас 60 тысяч к уборке озимого и более 50 тысяч ярового. 950 мы, это будет плюс к прошлому году 50-55 тысяч штук. Mm-hmm. Это будет больше. Соответственно, весь рапс мы переработаем. За пределы семена не продаем. Зерном не продаем или продаем? Нет, мы не продаем. Мы перерабатываем рапс, если продаем масло рапсовое. Как и вы поставили задачу, все зерно должно идти на корм скоту. Мы должны получать продукцию животноводства и на нем иметь дополнительную прибыль. Леонид Константинович, мы весь продаем, часть, перерабатываем рапс. Весь перерабатываем, часть элитных семян продаем на России. Это наш, ну, семенами это ладно. Да, семенами зарабатываем на этом деньги. А так в целом и себя вообще перерабатываем. Понятно. Еще какие особенности? Значит, с уборкой зерновых и рапсов мы освобождаем поля от соломы. 275 тысяч мы освободили, 56%. И самое главное, мы уже 143 тысячи идем в лучение. Это, я считаю, основной прием для сохранения влаги. Сегодня дожди идут, вроде бы нам работы останавливают, но это нормальные дожди. У нас есть еще сахарная свекла, есть кукуруза, которые должны нам дать хороший урожай. По кукурузе у нас по уровню к 2022 году 20 центнеров на зеленой прибавка идет.
и формируется хороший урожай сахарной свеклы 5 миллионов. То есть даже по кукурузе мы меньше не получим? Или нет, меньше? Получим больше. Больше по кукурузе. Получим больше. Сахарная свекла у нас хорошо идет. Хорошо идет и тоже получим больше. Тоже больше. Урожай, по другим культурам. Картошка как? Картофель. Картофель тоже формируется нормально сегодня. 1 100 000, который мы планировали, он просчитывается и будет. Хотя мы немножко уменьшили площади, но воловку понятно. Мы получим. Понятно. Какая культура настораживает больше всего в этом году? В этом году, ну, то, что была засуха, были насторожения по всем культурам. А так практически там, где есть технологии, вопросов не возникает, идет. Ну, если люди нормально работают и технологично работают, так таким людям, Юрий Витальевич, наверное, и помогать не грех. Ну, есть, которые только советуешься в данном случае. В принципе, приехали, переговорили, наметили дальше это все, где это можно придумать. Ну, к этому надо идти. Половину воловки района фактически. Нам надо Витебскую область по уборке поднимать наверх. Да не только Витебскую область, даже Гродненскую область, северные районы Минщины и Могилевскую область. То есть нам надо высевать такие ранние культуры, чтобы они начинали уборку в середине июля. Если они начнут уборку раньше, они раньше и посеют. Потом сейчас уберут и будет лапы сушить, как в народе говорят, крылья будут сушить. Хотя не придется особенно, но у него разбежка есть между уборкой и посевом озимых культур. Есть время. В Витебской области этого времени нет. И на севере областей, которые я сказал, Могилевщина, Минщина и даже Гродненская область, его север этот. У него этого времени нет, поэтому надо раньше начинать уборку. Раньше у Витебской области может начать уборку только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, это озимый, наверное, рапс отчасти, озимый, где, да. Где это возможно. И другие культуры. Еще раз говорю, это жестокое мое требование. Посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля, раньше посеем озимое. Вот в чем смысл. Сейчас будет огромная запарка у нас август-сентябрь месяц. Катастрофическая. Я уже из своего опыта это, а вы тем более должны чувствовать. Ну, может, он, как в прошлом году, может разберется, хотя тоже может быть. Какая запарка? Там, где подсушило, дожди прошли, пошли травы, так? И подгон. Да, ну, да. Ясно. Их надо убирать. Твой этот подгон тем более. То есть раньше мы как-то с травами разбирались в августе, и в сентябре уже досевали там еще. А сейчас самая пора уборки вторых укосов трав. Там, где подкормили, травы отличные. Значит, там придется заниматься упорно кормозаготовкой. Мы будем только-только в середине по республике, ну, может, 70% уберем зерновых культур. Значит, нам еще уборкой зерновых придется заниматься. Силосование кукурузы пойдет, так? То есть и сенаж, и силос, и уборка зерновых, и посев озимых. Поэтому сейчас нельзя ни в коем случае расслабляться. Вот у него я вижу, отчасти в Гродненской области, но поменьше, там, где я пролетал в воскресенье, и то, что я видел вчера, у Гродненской области меньше подготовлено под посев. Ну, вы ж хитрые, знаете, где я буду лететь, так вы там и распашете, и посмотришь, если все так... Даже в Брестской области работали, как здесь на поле. Целый конвейер. Ну, красота. Не успели убрать, уже спрессовали, стюковали, урлоны закрутили, солому свозите. Ну, так, как должно быть. Я ведь земной человек, понимаю, что не везде так. Но к этому надо стремиться. Поэтому у нас и уборка соломы, и посев озимых, и подготовка почвы, и уборка трав, и зерновых. Куча работы спрессовалась. Все это в кучу свалили, погода свалила в августе-сентябре. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. Сейчас, наоборот, надо мобилизовываться.
Первый регион, первый каравай. Вы первый ко мне давно-давно не приезжали. А что, к тебе нет, если ты убираешь нормально? Нет, ну вопрос то, что первый белорусский вообще каравай в этом году, урожай этого это года. Это что, хлеб? Это хлеб, это наш хлеб. Все-все хлеб? Все-все хлеб абсолютно. Не да. Шоколад коричневый? Нет, это весь труд, который этот самый сегодня на поле создают хлеборобы наши, от фермы до всего. Даже страшно притрагиваться. В рот надо. Ну я говорю, что... Свежий. Свежий. Спасибо. Мы уже госзаказа же больше всех сдали. Смело можно печь каравай. Зайцу я не дам это. Да, портить это добро. Спасибо. Пшеница, да? Да, здесь поле пшеница. Импортная. Сорт Бананза, да, импортная селекция, элита, немножко вероятно. Мне скажи, вот у тебя в Брестской области, в Гродненской, вы часто завозите семена импортные. Они да. оправдывают себя? Оправдывают. Вот это поле на сегодняшний день дает урожай на среднюю 70 центнеров, но отдельные куски в комбайнах мы видим даже до 120 центнеров. Там, где была влага, да, где больше влаги было, поэтому... И биологическое, то, что просчитывается, 99 центнеров.